Книга «Открытым оком», том 2, тема «Вера», вопрос 602. Насколько в наше время есть вероятность спастись? Ибо, судя по всему, что творится в мире и в церкви, то это очень трудно. Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Трудно и почти невозможно. Филиппийцам 4:13. «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». 1 Коринфянам 10:13. «Вас постигло искушение не иное, как человеческое, и верен Бог, который не попустит вам быть искушаемыми сверх сил, но при искушении даст и облегчение, так, чтобы вы могли перенести». Римлянам 5:20. «Закон же пришел после, и таким образом умножилось преступление, а когда умножился грех, стало преизобиловать благодать». 3 Ездра 6:33. «Посему Он послал меня показать тебе все это и сказать: уповай и не бойся». Притчи 22:19. «Чтобы упование твое было на Господа, я учу тебя и сегодня, и ты помни». Исайя 12:2. «Вот Бог, спасение мое, уповаю на Него и не боюсь, ибо Господь – сила моя, и пение мое Господь, и Он был мне во спасение». Псалом 113:19. «Боящиеся Господа, уповайте на Господа, Он наша помощь и щит». 1 Фессалоникийцам 1:3. «Непрестанно памятуя ваше дело вера и труд любви и терпение упования на Господа нашего Иисуса Христа пред Богом и Отцом нашим». Чем труднее, тем блистательнее победа. «Дело святое за правду стоять, весело биться со злом, любо врага на борьбу вызывать с ясным, открытым челом. В этой упорной, неравной борьбе лучше победы не жди. Знай, что пожать не придется тебе дум твоих светлых плоды. Но закаляясь все больше борьбой, не отступай ни на шаг, чтобы и труп опозоренный твой встретил с почтением враг». Иннокентий Васильевич Федоров-Амулевский.